вот любой, вот так вот просовываем через нашу ногу. Ровно 15 раз. Раз, два, спинка три, ровно. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Молодцы! Теперь в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Молодцы! Мы сделали это упражнение. А теперь упражнение называется скалопендр. Ну, я так, гусеница я так называю, потому что, смотрите, мы вот так вот ставим ножки, посмотрите, вот так вот, буквой Т. И делаем вот так, раз, Т, вот так, Т1, Т2, Т1. Делаем это ровно 10 раз. Давай, Вова, вставай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, раз, два, раз. Вот молодец, хотя бы так. Два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы, мы уже на полпути. Сначала у вас может не получаться, но вы стараетесь. Смотрите, теперь зарядка для глаз. Немножко отдохнем. Мы берем вот так вот наши руки, ставим вот так вот лайки, как и под нашим видео. Вот так вот ставим. И не поворачивая голову вот так вот, не поворачивая, мы глазки вот так вот вертим, чтобы развивать боковое зрение. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это упражнение самолетик. Мы вот так вот раздвигаем ручки и делаем вот так вот. Раз, два, три, ровно 20 раз, 4, 5, 6, 7, Клим, не торопись. 8, 9, 10, раз, да, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы, мы уже на полпути. Следующее упражнение называется весла. Мы вот так вот ложимся опять же на животик. Потом, смотрите, представляем, что держим вот так вот весла и прям гребем ими. Давайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И задержали. Вова, делай. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы! Мы уже на полпути. И теперь упражнение называется геккончик. Смотрите, представили, что мы гекконы, либо же человеки-пауки. Смотрите, и взбираемся на небоскреб. Сделаем это ровно 20 раз. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, спасибо, восемь, девять, десять. Раз, два, три,
Представьте, что вот здесь вот ваш подарок. Вам нельзя руками взять подарок, вам можно только локтями взять. И делаем мы это ровно 10 раз. Мы пытаемся до него дотянуться, но не можем. А самая главная мысль этого упражнения – расправить наши плечи. Вот так вот их расправить. Раз. Выпрямляем. Два. Три. Делайте сами. Пять. Молодцы. Выпрямляйся. Не сдаемся. Давайте, давайте. Выпрямляйся. Вот. Десять. Молодцы. И в конце представьте, что вы прям сильный гордый орел и выпрямитесь. Давайте. Раз. Два. Три. Громче, четыре. Громче. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы! Теперь упражнение, я его называю вентилятор. Смотрите, вот так вот ручки скрепляем. И представьте, что мы вентилятор. Мы его вот так вот крутим ровно 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь в другую сторону. Молодцы, теперь в другую сторону. Осталось точно так же, 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, молодцы! Теперь мы немножко отдохнем, отвлекемся от нашей зарядки. Повторяйте за мной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И теперь вперед. Раз, два, три, четыре. Вверх. Раз, два, три, четыре, как Супермен. Раз, два, три, четыре. Ух! Раз, два, три, четыре. Чё? Молодцы! Теперь упражнение называется домкрат. Смотрите, мы вот так вот встаем, и мы представьте, что нас вот здесь вот так вот толкают, и мы постепенно поднимаемся. Раз. Все ровно, спину ровно, как натянутая струна. Два. Три, четыре, пять, шесть. Молодцы, не сдаемся. Я прям чувствую, как мышцы напрягаются. Восемь. И теперь задержали. Представьте, что там быстро надо машину починить. Давайте. Раз, два, три. Давайте, там уже колесо меняют. Четыре, пять. Новое оставляют. Семь, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Молодцы, теперь в другую сторону. Мне тоже непросто, но я работаю с вами, я не отдыхаю. Точно так же делаем. Давайте, домкраты, поднимаемся. Раз, два, спину ровно, натянутая струна. Три, четыре, пять. Давайте, мы на половине пути. Шесть, семь. Восемь, девять, десять. И теперь другое колесо меняю, точно так же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Держимся, девять, десять. Молодцы! Теперь мы ходим на попке. Смотрите, мы вот так выпрямляемся. Вот так. Прям спинку ровно, максимально вот так вот. Как можем. Вот эти вот ножки тоже ровно. И на жопке вот так исходим. Вы не надо прям идеально, но вы стараетесь. Туда, туда два раза и туда два раза. И обратно. Давайте. Мам, ускоришь это, хорошо? Нет, не надо, дети же с тобой будут делать. Давайте. Раз, сюда.
сюда мы один раз походили. Не торопимся. Главное качество, а не скорость. Раз, тоже. И теперь осталось туда два и туда два. Два. Качественно делаем. Давайте отдохнем, отдышимся. Вот сели в бабочку и отдыхаем. Спинку ровно. Можете подумать о чем-то хорошем. Поза малыша это называется. Давайте. Ровно минуту отдыхаем. Прокручиваем в голове всю эту зарядку, которую мы сделали. Минута прошла. Отдохнули. Теперь упражнение называется кошка. Смотрите, вот представьте, что вот здесь вот забор. Вот здесь вот. Мы вот здесь вот сделали подкоп. Вот так вот, как кошечки. И смотрите, вот так вот пролезаем через этот забор. Давайте. Раз, давайте тянемся, тянемся, тянемся. Два. Давайте обратно. Раз. Тянемся. Все, два. Давайте. Давайте, чтобы спинку, чтобы спинка не за, чтобы забор спинку не задел. Давайте, давайте. Да. И обратно. Давайте, давайте, давайте. Молодцы. Давайте, давайте, давайте. Его и задержись. И задерживаемся. Давайте, вылазим, вылазим. И теперь упражнение называется кобра. Кто любит змейки, ставьте лайки. Смотрите, мы вот так вот встаем и прям тянемся, как кобры. Тянем прям вот так вот, как вот прям струна такая. Как струна. Ножки тоже. Давайте, давайте, давайте. Теперь упражнение называется блинчик. Я его так называю. Смотрите, мы берем любой вот такой вот кубик. Можно даже сворачивать какой-нибудь там маленький коврик. Ставим его вот так вот под ножку нашу. Вот так вот. И вот этот вот наш блинчик, мы его вот так вот сворачиваем. Раз. И взгляд тоже. И прям взгляд тоже. Два. Три. Молодцы, держимся. Четыре. Ой, как вкусно. Пять. Блинчики, наверное, вкусные получатся. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Молодцы, держимся. Десять. Молодцы. Теперь в другую сторону. Мы уже на полпути. Мы уже почти закончили эту зарядку. Давайте, я вас верю. Раз. Два. Три. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять. Представьте, что сзади вас стоит стульчик. Вы на него садитесь, вы его пытаетесь сесть, но у вас его резко вот так вот выдергивают и потом обратно ставят. Можете попросить ваших мам либо пап, они держали ручку, и вы вот так вот садились прямо на эту ручку и потом вставали. Давайте. Ноги ровно. Не вот так вот делаем, смотрите, а вот так вот, жопку, чтобы наша назад уходила, вот так, раз, 30 раз, два, кому сложно, можно, разрешаю, можно делать 20 раз, либо 15, раз, два, три, ниже, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
молодцы, огромные. 6, 7, 8, 9, 10. Кто делает 20, вы огромные молодцы. А кто делает 30, вообще отдельный респект. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я с вами, я не сдаюсь. 9, 30. Молодцы! Давайте в конце еще, чтобы прямо тело было сильное. Прям потянулись к ножкам. Тянемся. Тот, кто был со мной до конца, огромные молодцы, вы продержались. А кто был на середине зарядки, нам с вами не по пути. Так что, кто был с нами все это видео, вы огромные молодцы. Всем пока-пока! Каждый день делайте эту зарядку. Я пошел на улицу. Мамулька, я к тебе так обращаюсь. Можешь, пожалуйста, вот это вот видео сделать? Я вот очень сильно хочу с таким вот монтажом красивым. Вот такой вот склейк. Вот этот. Я помню, вот это вот видео было Вовки на день рождения. Оно мне так нравится. Вот из всех. Вот если бы такая склейка, вот такая вот красивая, такая заставка. Можешь сделать такого, хорошо? Какой день рождения?